Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте, добрый день. Рада приветствовать всех абсолютно, кто смотрит и слушает. Первый, единственный в России телеканал с синхронным вещанием на FM-диапазон. Это телерадиоканал «Страна FM». А настоятельно рекомендую вам ближайший час обязательно провести в нашей компании, потому что он будет, ну, во-первых, очень красивый, потому что у меня очаровательные гости здесь в студии находятся. Ну и, конечно, он будет очень интересен. Тема сегодня архиважная для каждого в нашей стране. Итак, у меня в гостях сегодня представители одной из лучших строительных фирм в нашей стране ФСК «Лидер». Друзья, знакомьтесь. Юлия Каленова, начальник отдела продаж, Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Девочки, здрасте. Добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, потому что программа «Лучшая в стране», и мы в нашей программе всегда стараемся нашим зрителям и слушателям рассказывать действительно либо о самых лучших интересных людях нашей страны, либо об интересных организациях, фирмах, проектах. И, конечно, мы не могли обойти стороной квартал «Римский» от ФСК «Лидер». Это абсолютно новый, очень интересный комплекс, но все подробности мы, конечно, будем ждать от вас. И, конечно, первый вопрос, который хочу задать, это именно... Следующее. Как возникла идея создания ап-квартала «Римский»? Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Да. Значит, что касается идеи о нашем ап-квартале. Москва — один из самых красивых городов в мире, но вся красота сосредоточена в основном в центре города. А спальные есть районы, они состоят из серых зданий, однотипных, абсолютно неинтересных и неприятных для проживания. Наши жители уже поездили в Европу, в города Европы, Италии в том числе. И, конечно же, всем хочется жить в красоте, в стиле европейского пригорода, в красивой архитектуре. Таким образом, у нас возникла идея построить европейский пригород в ближайшем Подмосковье, всего в 2 километрах от МКАД. А как же возникло название именно «Апквартал Римский»? Апквартал — это линейка компании ФСК «Лидер» апкварталов. Это уровень комфорт плюс, повышенной комфортности, где действительно не только сосредоточены как бы инфраструктура и множество разных опций, но и есть дополнительные особенности наших кварталов, которых нет ни в каких других кварталах, кроме компании ФСК «Лидер». Ну, а именно Римский? Почему история была связана именно с Италией? Да. Вот здесь хочется узнать подробнее. Дело в том, что апквартал Римский, у нас архитектор — это Михаил Анатольевич Филиппов, это маэстро российской архитектуры. Работает он в стиле неоклассицизма. И он обратил свой взор еще к 15-16 векам, к Леонардо да Винчи. И создал наш римский апквартал именно в стиле итальянской архитектуры. И как бы вспоминая, да, и обращаясь к Леонардо да Винчи, он взял за основу его двухуровневую систему организации пространства города. И в том числе еще также взял за основу золотое сечение. То есть это определенная комфортная, да, ширина улиц и ширина проездов. То есть вот это все в комплексе у нас вот таким образом образовало римский апквартал в стиле итальянской архитектуры. Ну, это замечательно. Друзья, я думаю, что нас с вами ждет очень много интересных подробностей, касаемых, конечно, апквартала «Римский» от ФСК «Лидер». Более того, я хочу сразу сказать нашим зрителям и слушателям, что девушки сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Есть замечательные подарочки, вы сейчас увидите на своих экранах. О том, как их получить, каким образом, вы тоже узнаете все подробности чуть позже. Но самое главное, что нужно сказать, что более подробная информация, если вам ее будет недостаточно в нашем эфире, вы, конечно, ее можете адресовать менеджером ФСК «Лидер» и звонить по телефону. Он у меня есть, я его назову. 125-4878, код 495. И еще есть обалденный совершенно бонус. Если называете кодовое слово «Страна FM», то получаете дополнительную скидку. Мне кажется, что этим нужно и важно обязательно воспользоваться. Да, мы продолжим общаться. Друзья, оставайтесь с нами обязательно. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Программа, друзья, продолжается. Сегодня мы говорим про ап-квартал «Римский». У меня в гостях прекрасные сотрудницы компании ФСК «Лидер». Это Юлия Каленова, начальник отдела продаж. Это Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Вообще, вот у меня какое мнение складывается? Понятно, название у строительной компании ФСК «Лидер» говорит само за себя. Уже понятно, одно из лучших. Мне кажется, самые красивые сотрудницы у этой компании, что, в общем-то, уже является каким-то
каким-то очень мощным таким гарантом, что и, безусловно, все жилье, которое предоставляет ФСК «Лидер», строит, оно является тоже одним из лучших в нашей стране. Обквартал Римский, ребята, друзья, зрители, слушатели, напоминаю, сегодня главная тема. Обязательно сейчас адресую вопросы моим гостям, но прежде хочу рассказать о том, что у каждого из вас, точнее, у троих из вас, есть возможность получить замечательные подарки, предоставленные вот как раз компанией ФСК «Лидер». Чудесные мишки белые, пушистые, мягкие, которые на ощупь просто чудесные. Спасибо вам, кстати, девочки, за это прелесть, за это чудо. Что нужно сделать? Нужно будет правильно ответить на вопрос, ответить его на наш WhatsApp, отправить его на наш WhatsApp и Viber, и как раз первые три правильных ответа отправители этих правильных сообщений и получат наши подарки. У меня сразу большая просьба. Принимайте участие, пожалуйста, жители Москвы и Подмосковья. Вот все остальные, не обижайтесь, будет праздник на вашей улице. Внимание, вопрос. Итак, сколько квартир в клубном доме? Второй корпус Апквартала Римский. Есть три варианта ответов. 21, 85, 112. 21, 85, 112. Правильный ответ, разумеется, один, поэтому смело дерзайте, подумайте, посчитайте или зайдите на сайт, посмотрите, я думаю, там есть вся информация, и отправляйте свои правильные ответы на номер 8-909-928-1-89-9. Будем очень скоро подводить итоги, так что время, пожалуйста, не теряйте. Итак, переходим к следующему нашему вопросу, что я хочу у вас узнать, девочки. Вы говорили ранее о повышенном спросе покупателей на проекты с привлекательностью архитектурой. Вот не знаю, кто из вас будет отвечать, но вопрос у меня такой. И просьба рассказать об эстетике как раз Апквартала Римский. Действительно, наш квартал является, наверное, самым красивым на сегодня комплексом в Подмосковье, строящимся комплексом. Кстати, вот по видео это видно. Да, это происходит потому, что много факторов, да, работают на результат. Во-первых, это 53 неповторяющихся фасада. В комплексе создается ощущение, что вы гуляете по старинному городку, который строился на протяжении веков. Дома росли, менялось немного моды направления, но тем не менее все они объединены в единую концепцию. В комплексе подчеркнута такая историчность, да, вот этого дома. Вы гуляете по узким улочкам, дворикам небольшим, и видите дома со старинной немножечко архитектурой, либо с колоннами какими-то античными, да, интересными вариантами отделки. Комплекс разноэтажности от 3 до 12 этажей. Это монолитные дома, но внешне они выглядят как кирпичные, либо просто штукатуренные, покрашенные, иногда в разном цвете. Полное ощущение европейского пригорода, вот того самого итальянского. Почему это пользуется спросом? Ну, во-первых, потому что хочется красок, хочется привлекательной внешней среды, не только красивого интерьера в собственной красивой квартире, но и привлекательный двор. Хочется больше... Ну, общем, даже выходя из подъезда собственного, да, дома, да, тоже, да, хочется лицезреть красоту, конечно. Попадая подъезжая к дому, хочется уже настраиваться на очень такой позитивный лад. И вот Апквартал Римский дает такую возможность нашим жителям. Что еще может... Очень красивые дворы. Действительно, большое значение уделяется благоустройству, потому как мы реализуем концепцию «Дворы без машин», и все дворики у нас... Вот сейчас сразу владельцы автомобилей, мне кажется, так задумались. Ну, здрасте, а куда же мы? А как же мы? На это работает двухуровневая система организации пространства. Вот, как интересно. Это наша особая концепция. Ну, я думаю, что о ней нам нужно чуточку позже будет поговорить. Мы сейчас прервемся совсем ненадолго. Это очень интересная такая отдельная большая тема. Если нашим зрителям и слушателям хочется что-то узнать прям поподробнее, обширнее, поинтересоваться в том числе и по расценкам, нужно звонить менеджерам. Да, по номеру, да, 125-48-78 код 495. И назвав кодовое слово «Страна FM», вы сможете получить дополнительную скидку, если успеете позвонить. Друзья, специальную дополнительную скидку. Так. Конечно, еще на сайте rimsky.rf масса информации. Да, это тоже очень важно. Ответы на вопросы вашей Виктории. Подсказка. Ну, друзья, дерзайте. И мы прервемся совсем ненадолго. Очень скоро вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM».
Программа «Лучшая в стране» продолжается. У меня сегодня в гостях представитель одной из лучших строительных компаний в нашей стране, ФСК «Лидер». И это Юлия Каленова, начальник отдела продаж, Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Друзья, мы сегодня говорим про потрясающий апквартал «Римский». Уже кое-что рассказали, если вы пропустили, будет потом возможность посмотреть и послушать программу в записи на нашем канале на YouTube. Девочки, хотела узнать у вас про двухуровневую организацию пространства. Мы уже немножечко затронули эту тему. Сейчас хотелось бы узнать подробности, конечно. Конечно. Действительно, наш архитектор Михаил Анатольевич Филиппов взял идею, да, идею Леонардо да Винчи еще. Это уникальная по своей конструкции комплекс, и аналогов таких нету. Уровневая система организации пространства — это действительно так на 100% дом без, двор без машин. Пространство наше поделено на два уровня. На нулевом уровне будет находиться парковка для наших жильцов, все проезды, автомобили будут передвигаться только через нулевой уровень. Более того, то есть действительно еще парковка для наших клиентов, для наших жильцов, подземная, она абсолютно бесплатна для жителей комплекса. Это и тоже очень, очень важно. Важно. Для, как да. По количеству? Совпадает с количеством? Все совпадает, конечно. Большое количество, да, парковочных мест, и наши жильцы, они смогут, парковав свой автомобиль на нулевом уровне, подняться прямо на лифте к себе на свой этаж, в свою квартиру. И на первом уже уровне нашем там будет располагаться жилая зона. Туда будет возможность попасть только, конечно, смогут наши жители. И там будут и велодорожки, и прогулочная зона, и детские площадки, и спортивные площадки. Много всего. Там будут газоны. Можно будет действительно спокойно отпустить детей на детскую площадку и в школу. То есть автомобилей даже нет возможности туда проехать? Вообще никакой абсолютно. Все только через нулевой уровень. То есть если люди въезжают, я так понимаю, там мебель и так далее, или что-то заказывают, доставка тоже через нулевой уровень? Конечно, он полноценный, нулевой уровень. Там будет возможность проезда и грузовых автомобилей. Наталья там чуть позже расскажет, что там будет на нем помимо проездов еще. Вот. И, естественно, конечно же, также смогут добраться туда автомобилей для там, с перевозок и поднять на лифте на нужный этаж уже нашего жильца его мебель. Зато на первом уровне у нас будет такое абсолютно комфортное пространство. Мне кажется, это для самое жизни. Важное, что, да, что действительно. Детей можно спокойно. Конечно, да, можно будет там собраться с друзьями, поваляться на газонах, провести приятное время и именно вот именно со своими вот друзьями в рамках именно проекта, не выходя никуда и не уходя никуда, и будучи абсолютно спокойными за свою семью. Для своих детей. Мне кажется, что должны пользоваться эти квартиры в апквартале Римский, конечно, у тех, кто очень любит Италию. А таких людей в нашей стране огромное количество. Мне кажется, чуть ли не каждый там второй, третий, я отношусь к их числу тоже, разумеется. Ну, кстати, граждан Италии самих у нас тоже очень много в нашей стране, поэтому, друзья. Ну, а вот мне интересно, если человек любит, например, Францию, что делать ему? Может ли он удовлетворить свои какие-то эстетические потребности? Конечно. Тут итальянская архитектура, как и все, что делают итальянцы, это очень красиво. И это приходится по вкусу, это Европа, да, по всему миру, да, это действительно европейский пригород такой, да. Более полную информацию можно будет получить по телефону 125 48 78, код 495, назвав кодовое слово «Страна FM», будет возможность получить дополнительную скидку от ФСК «Лидер». И также дополнительная информация есть на сайте rimski.rf. Да, друзья, вот мне кажется, конечно, возможностью получить дополнительную специальную скидку, а воспользоваться надо обязательно сейчас. Мы продолжим подробнее узнавать об апквартале Римский, но сейчас я хочу напомнить, что у всех наших зрителей и слушателей есть возможность попытаться заполучить замечательные подарки. Вот такие мишки чудесные у меня на столе. И почему хочу еще раз повторить вопрос, друзья, потому что ответ-то вы присылаете, но как-то пока правильных не наблюдаем. Какой-то вопрос оказался такой вот непростой, поэтому я еще раз его сейчас озвучу, а ваша задача все-таки справиться с поставленной задачей. Итак, внимание, сколько квартир в клубном доме, второй корпус апквартала Римский? Вот три варианта ответов, среди которых правильный только один. 21 квартира, 85 или 112. 21, 85 или 112. Смелее отправляйте свои варианты. 8-909-928-1-89-9. Первых три правильно ответивших наших зрителей и слушателей получат замечательные подарки от ФСК «Лидер». Мы вернемся в студию, продолжим общаться с гостями. Никуда не девайтесь. Лучшие в стране. Мы продолжаем, друзья, рассказывать вам про замечательный апквартал Римский от ФСК «Лидер». У меня сегодня в гостях вот Юлия Каленова, начальник отдела продаж, Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Сейчас хочу адресовать вот какой вопрос нашим гостям.
расскажите, пожалуйста, про инфраструктурное наполнение. Это архиважно, потому что надо сказать, что, ну, в общем, мы уже такие избалованные немножко граждане, да, потому что выбор очень большой. Так вот, инфраструктура АП-квартала Римский. Важный вопрос. Действительно, мы не зря назвали АП-квартал Римским кварталом. Это такой европейский пригород, городок, в котором реализованы не только квадратные метры, но и жилое пространство, общественное пространство. Здесь можно проводить досуг, здесь можно отдыхать, здесь можно проводить время с детьми, с друзьями, как говорила Юля, да, действительно проводить свои семейные праздники, делать покупки, потому что у нас несколько площадей центральных, на которых сосредоточена важная инфраструктура коммерческая. Во-первых, центральная площадь, такая торговая площадь, где расположены магазины, даже целая площадь торговая, бутики, ресторанчики, кафе. Это место фреш-маркеты, это место, где можно делать покупки и, в общем, решать этот вопрос, не выходя из комплекса. Просто вот пешком, да, либо проехав на автомобиле под землей по нулевому уровню. И на лифте подняться в нужное место. И на лифте подняться в нужный, да, в магазин. Есть площадь Гармонии, на которой сосредоточена вся инфраструктура, касающаяся здорового образа жизни. Wellness, фитнес-центр, спортивные открытые площадки. В общем, место, где можно заниматься собой, своим здоровьем, своей красотой. Есть площадь искусств, на которой сосредоточено все, касающееся культурной части, да, культурного досуга. Что это такое? Да. Это интересно. Это центры детского дополнительного образования, это выставочные какие-то комплексы, это, в общем, такие красивые, да, и действительно очень приятные досуговые места. Это что касается площадей. Теперь, в общем, уже ставший традиционным для кварталов, да, необходимы инфраструктурные проекты. Это школа на 1500 учеников. Большая школа у нас, не маленький квартал, вот около это очень важно, да, 6000 квартир в комплексе. Школа своя, общеобразовательная, очень красивая, в европейском стиле, таких старинных европейских учреждений. Опять же, зайдите на сайт rimsky.rf. Есть фото, визуализация, информация общая, то есть можно это посмотреть. 5 детских садов в комплексе. 2 из них уже в первую очереди... Ну, мне кажется, это даже более чем достаточно. Да. Они находятся непосредственно в домах, занимают первые этажи жилых домов. Вы отводите ребенка в сад, практически не выходя на улицу. Крайне удобно зимними... темными деньгами. Да, мы даже на ум и аналоги не приходят, где еще такое можно повстречать, и где еще такое придумали. Есть также медицинский центр, запланирован стоматология, поликлиническое обслуживание, большой торгово-офисный комплекс. И все первые этажи всех зданий — это нежилые помещения коммерческого назначения, соответствующие потребностям жителей. Аптеки, магазины, фреш-маркеты — все, что нужно для жизни. Просто такой прям райский уголок. Я так подумала, что, конечно, желающих будет оказаться там, ну, хотя бы просто посмотреть на это много, но посчастливиться гулять по этим улочкам, магазинам, посещать эти выставки, конечно, только удастся тем, кто приобретет это жилье, да, и будет там проживать. Подробнее информация можно, друзья, ее получать прямо сейчас или в любое для вас удобное время. Задать вопросы менеджерам ФСК «Лидер», девочки, номер телефона давайте еще раз назовем, потому что это важно. 25-48-78. Позвонив по нему, вы сможете получить дополнительную скидку, назвав кодовое слово «Страна FM». Да, префикс 495. Дерзайте. Удачи. Мы опять прерываемся совсем недолго и очень скоро вернемся в эфир. Лучшее в стране. Это телерадиоканал «Страна FM». Друзья, программа «Лучшая в стране». Мы продолжаем рассказывать вам об АП-квартале «Римский». У меня замечательные гости, представители компании «ФСК «Лидер». Это Юлия Каленова, начальник отдела продаж. Это Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Напомню, что продолжается наш конкурс «Викторина». Есть возможность у вас заполучить вот такого очаровательного мишку, который находится прямо передо мной на столе. Но, друзья, у нас случился вот такой казус. Как-то
Я думаю, что людей смущает, не совсем понимают наш вопрос, девочки. Поэтому сейчас, значит, я задам еще раз вам его, ну и попробуем как-то подсказать немножко. Значит, сколько квартир в клубном доме, второй корпус АП-квартала Римский? То есть это всего лишь один дом, да, клубный, из, есть еще много, да, домов, а это такой вот клубный дом. Так сколько же в нем квартир? Сейчас три варианта я вам быстренько называю, вы выбираете самый правильный и присылаете его на номер 8-909-928-189-9. Ну же! Итак, три варианта. Сколько квартир? 21-85-112. 21-85-112. Удачи, друзья. Мишки сидят, ждут вас, а я продолжаю узнавать, расспрашивать у наших замечательных девушек, гостей, расспрашивать про квартал Римский. Конечно, очень архиважный вопрос о геолокации места, о том, как туда добираться, где расположен этот прекрасный квартал Римский. Кто будет рядом рассказывать? Давайте. Я отвечу. Это действительно очень важно, потому что наш невероятно красивый квартал, очень комфортный и приятный для жизни, расположен всего в 2 километрах от МКАД по Каширскому либо Бесединскому шоссе. На данный момент можно до него доехать легко на общественном транспорте. От метро Домодедовская это займет 10-15 минут. На машине быстрее, потому что вам не нужно будет останавливаться на местах общественных остановок. Буквально 5-10 минут, и вы около нас. Сейчас от геолокации нашего объекта есть 3 выезда на МКАД. Для пригородного комплекса это прекрасно. У нас это никогда не создается эффекта бутылочного вот такого горлышка, да, когда много людей выезжает в одном месте. В одно время. Всегда есть альтернатива. 3 выезда на МКАД позволяют это сделать. Ну и, конечно, FSK-лидер крупный застройщик, крупная компания. Мы взяли на себя обязательство улучшить еще транспортную инфраструктуру сельского поселения Развилковское. Что вы задумали? Мы расширяем дороги регионального значения, конкретно участок МКАД, Дроздова, Беседы, МКАД. Ну, это плюс в любом случае к увеличивающимся потоку. Ну, это замечательно. Далеко не каждая строительная компания пойдет. Точно думают, что не одна, кроме ФСК-лидер. Можем похвастаться, позволить себе, да. Это очень приятно. Прелесть также вот этой легкой транспортной доступности вы можете сами почувствовать. Вы можете в любой день, вот сейчас, в любое время, с 9 утра до 9 вечера подъехать к нам. У нас на объекте есть офис продаж, и мы рады будем вас там принять, лично рассказать о всех преимуществах нашего комплекса. От метро Домодедовская можно доехать на общественном транспорте. На сайте rimsky.rf есть схема проезда, номера маршрутов. Но мы предлагаем остановка сейчас... получается прямо около... Прямо около комплекса. Да, непосредственно около нашего офиса продаж. Мимо не проедете. Но мы сейчас для удобства, для комфорта наших покупателей предлагаем воспользоваться услугой такси за наш счет. То есть на сайте... Ну, что вы такое говорите? rimsky.rf. Вы можете вызвать такси за наш счет, за счет компании «ФСК-лидер», в принципе, ну, практически из любой точки Москвы. И обратно мы вас также отправим на такси. И это за счет компании «ФСК-лидер». Все. Полный комфорт. И также позвонив сейчас по телефону 125-48-78, префикс 495, и назвав кодовое слово «Страна FM», получить дополнительную скидку в квартале Римский. Да, друзья, пользуйтесь такой возможностью. И вот как уже и девочки тоже так намекали вам, что, в общем, правильный ответ на наш сегодняшний вопрос, он есть на сайте rimsky.rf. Поэтому, если какие-то затруднения ощущаете с тем, чтобы ответить правильно на вопрос, дерзайте. Вопрос очень простой сегодня, да. Сколько квартир в клубном доме второй корпус АП-квартала Римский? 21-85-112. И WhatsApp и Viber милости просим. Скоро уже будем подводить итоги. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Это телерадиоканал «Страна FM», программа «Лучшая в стране». Мы говорим с вами сегодня об одном из лучших, конечно, жилых комплексов АП-квартал Римский. У меня в гостях сегодня представители компании «ФСК-лидер» Юлия Каленова, начальник отдела продаж, Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам. Дорогие мои прекрасные, милые гости, расскажите теперь, пожалуйста, о планировках квартир, об их особенностях в АП-квартале Римский.
Все так же нестандартно, как и сам как комплекс. Все, абсолютно, он да, абсолютно комплексе, не типовой, он очень красивый. Также мы подходим и к интерьерам, также мы подходим и к квартирографии. Мы уходим от типовых планировок. Конечно, в комплексе есть и студии, и одна, и двух, и трех, и четырехкомнатные квартиры, в общем, и привычных форм. Но все квартиры предполагают свободную планировку, то есть вы можете, в общем-то, спроектировать квартиру в итоге по собственному вкусу. Кроме того, есть нестандартные форматы квартир. Это, например, квартиры с эркерами, квартиры с, с мансардами и мансардными окнами. Это квартира европейского формата, когда одно большое общее пространство, да, для семьи, кухня, объединенная с гостиной, и приватные зоны, да, спален, детская, может быть, объединены в одну квартиру. Это квартиры двухуровневые, пентхаусы. Тоже многие любят очень, да, двухуровневые квартиры. Специально для дам квартиры с просторными ванными комнатами, в том числе ванными комнатами с окнами и даже с собственными лоджиями. Представляете, ванная комната превращается из привычного санузла, да, небольшой площади, в зону релакса. В спа, да, в конце концов. Да, это все предполагает квартирография нашего комплекса. Нет практически повторяющихся планировок. Только двухкомнатных квартир у нас более 50 вариантов. Можно подобрать. А вот что касается, что касается собственной планировки, ведь запросы могут быть очень разные и очень такие тоже совсем нестандартные. Вот вы готовы удовлетворить, в общем, такие, может быть, даже самые изысканные? Свободная планировка, да, предполагает свободу творчества. Для вас. Мы, конечно же, как застройщик, также предлагаем свои услуги по дизайну и доведению уже до финишного, да, варианта. Мы предлагаем квартиры с отделкой под ключ и квартиры без отделки. И то, и другое востребовано, и, в общем, вы можете выбрать. А что касается отделки, здесь есть какие-то особенности? Да, это дизайнерская отделка под ключ, очень красивые интерьеры. В общем-то, мы предлагаем убедиться в этом на сайте. У нас на сайте rimsky.rf есть рендеры, визуализация, да, всех наших дизайн-проектов, и есть реализация наших дизайн-проектов в нашем офисе продаж. Мы сделали три варианта квартир с отделкой. Одна, двух, трехкомнатная, в которой можно, собственно, потрогать, пощупать, я не знаю, посмотреть. Да, да. Ну, понятно, абсолютно. Приехав в наш офис продаж, можно посмотреть, убедиться. И действительно, очень красивая отделка. Она также у нас есть. Дизайнерская от Дольче Филиппова. Также есть базовые модели отделки, классические, которые подойдут на любой вкус. А если позвонить по телефону 125-48-78, префикс 495, и назвать кодовое слово «Страна FM», можно получить дополнительную скидку. Звоните. Вот девушки, на самом деле, еще очень скромные, потому что вот вне эфира они мне по секрету сказали, друзья, что даже офис продаж невероятно красивый, просто необыкновенный, уже посещение его, ну, точно подарит вам незабываемые эмоции. В общем, конечно, нужно для того, чтобы полностью картинку для себя создать, надо зайти на сайт rimsky.rf и съездить обязательно. Либо общественный транспорт, либо личный автомобиль, либо даже вот, пожалуйста, такси за счет ФСК-лидер. Боже мой, мы прерываемся ненадолго, очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Программа «Лучшая в стране», друзья, к сожалению, подходит к своему завершению, но у меня такое ощущение, что все было сегодня не зря, потому что мы рассказали вам про прекрасный апквартал «Римский» от ФСК «Лидер». Спасибо моим замечательным гостям. Мы еще, конечно, самый важный вопрос поднимем с девочками. Но прежде я рада поздравить победителей нашей викторины. Есть они у нас. Был задан вопрос, сколько квартир в клубном доме, второй корпус АП квартала «Римский». Три варианта ответа. Только вот правильный вариант все-таки, друзья мои, 21 квартира. Намекали, что это клубный дом. И, в общем, поздравляю, значит, Наталью, 7252, последние цифры, номер телефона. Ольгу поздравляем, 6188. И вот не подписался чек, но даже поздравляем, 4769. Вот эти чудесные, очаровательные мишки –
окажутся в ваших домах, автомобилях, рядышком с вами. И, кстати, я думаю, что это только первый шажок, а следующий уже точно будет. Значит, у вас жилье от Афаскалили 100%. Я думаю, что это вот такой знак. Дорогие мои милые девочки, ну, самый главный вопрос, который, конечно, беспокоит всех. Потрясающий обквартал Римский, это мы уже поняли. Там все великолепно, все за что ни возьми, все на что ни посмотри. Но у многих, конечно, складывается впечатление, что наверняка это стоит просто каких-то космических, немыслимых денег, которых никогда в жизни не заработать. Вот сейчас вы или подтвердите это, или опровергните, пожалуйста. Да, в данный момент квартиры в апквартале Римском можно купить всего от 2,9 миллионов рублей. Вот это, так. Да, это очень интересно. Стоимость, то есть это абсолютно возможность у многих людей для этого есть. Более того, у нас скидки там практически до 10% на двухкомнатные квартиры. У нас скидки на наш клубный дом до 15% мы предоставляем нашим клиентам. Поэтому у нас более 20 банков, с которыми мы сотрудничаем. Вы можете купить квартиру в нашем комплексе, в ипотеку, конечно. Поэтому самое главное, у нас также есть рассрочка нашей компании «ФСК-лидер». Самое главное – это ваше желание на покупку. Самое главное квартиры. Желание жить в очень красивом, роскошном апквартале Римский, да, наверное, жить в очень хороших условиях, ни в чем себя абсолютно не ограничивая. Просто получать удовольствие от того, что ты там пребываешь, гуляешь, ходишь, дышишь. Спасибо вам огромное. Я вас благодарю искренне от всей души. Юлия Каленова была у меня, ребят, начальник отдела продаж. Наталья Гурьянова, персональный менеджер по продажам компании «ФСК-лидер», апквартал Римский. Мне кажется, что мы сумели сегодня рассказать о том, что это действительно один из самых лучших жилых комплексов, да, в нашей стране. Это такой прям целый Рим в Москве. Особенно, конечно, любителям Италии. Там нужно обязательно оказаться или хотя бы посмотреть. Давайте еще раз подскажем всем. Конечно. Сайт rimski.rf. Ну и, конечно, вот менеджеры FSK-лидер ждут ваших звонков. По телефону 125-48-78, префикс 495. Если назвать кодовое слово «Страна FM», будет предоставлена нашим клиентам скидка дополнительная. Действуйте, пожалуйста. Ну, а я еще раз благодарю вас, девочки. Мне это красивые. Спасибо большое. Компании «ФСК-лидер» очень повезло. Ну, и я думаю, что повезет обязательно и тем, кто обратится к вам за жильем, и тем, конечно, кто будет проживать в апквартале «Римский». Спасибо, Александр. Говорю вам до новых встреч. Мы всегда рады, милости просим. Мы вас удачи. Тоже ждем. Спасибо. Спасибо. Ты красивая, как Деметра. Ты нежнее порыва.